Новый антирекорд. Сегодня в Чувашии зарегистрировано 150 пациентов, которым поставлен ковид-диагноз. Не справились с болезнью 18 человек. Неблагоприятная эпидобстановка вынудила уже с сегодняшнего дня в 7 районах и 2 городах Чувашии установить нерабочие дни. Почти на неделю раньше более жесткие ограничительные меры установлены в Алаторском, Аликовском, Вурнарском, Красноармейском, Маринско-Посадском, Шумерлинском, Яльчикском районах, а также в городах Алатырь и Шумерля. На этих территориях эпидситуация наиболее критическая, поэтому здесь приостановлена деятельность библиотек, театров, музеев, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, а также фитнес-центров, бассейнов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов и торговых объектов. Продолжат функционировать медицинские организации и предприятия непрерывного цикла. Также открыты двери аптек, продовольственных магазинов и торговых объектов, реализующих товары первой необходимости. Можно будет посетить кафе и рестораны, имеющие статус COVID-free. Таких заведений в республике более 150. За работой этих предприятий будут внимательно следить, и в случае нарушения пропускного режима статус свободной зоны может быть отозван. Напомню, на территории всей республики нерабочая неделя начнется с 30 октября.